сьогодні разом із департаментом інформаційних технологій та заступником міського голови Костянтином Цепенніковим було висаджено 20 дерев горобини у парку «Зелений гай» у рамках акції «Дніпро – квітуче місто», яка проведена за ініціативою міського голови. Сьогодні ми висадили 20 дерев горобини, яка потрібна не тільки для екології міста, а й для того, щоб укріпити склон у парку «Зелений гай». А на старту по озеленению мы начали еще с зимы. Мы высадили на территории парка 250 сосен уже в зеленом гаю, вот можно их увидеть. Также сейчас продолжается посадка по многолетникам. Это высаживается 220 можжевельников и 150 штук лаванды. Поскольку эти растения являются не очень прихотливыми, ну, не сильно прихотливыми к условиям, и они дают хороший прирост, и тем самым создают очень красивый эстетический вид парка. Непривередливые, хорошо подаются стрижки, и тем самым радуют взгляд горожан, дарят положительные эмоции и приманивают, так же самое, в особенности лаванда, насекомых. Ну, будем надеяться, что красоту растений мы увидим уже в июле месяце, конец июня, начало июля. Она уже даст свои цветы и будет радовать наши глаза. Потому